Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной выпуск в рубрике «Ужин за 20 минут». Я приготовлю густой, острый, такой нажористый супец как раз по погоде. В качестве основного блюда горячего и в качестве десерта у меня будет фруктовый салат. Напоминаю, что основные этапы рецепта и полный перечень ингредиентов, как всегда, в конце ролика можете прочитать. В описании под роликом все это тоже есть. Приступим. Включу духовку. 200 градусов – это для тостов. Чайник тоже пусть греется. Скорду с маслом уже можно разогревать. А сам пока займусь овощами. Луковицу мелко нарубить, сковороду ее, стебель сельдерея также, и тоже в сковороду. У меня есть немного говяжьего фарша. Надо добавить соли, черного перца и гранулированного чеснока и перемешать. А сейчас очень быстро катаю фрикадельки. Что-то с луком и сельдереем. Отлично, все, можно класть фрикадельки. До готовности доводить не надо, пусть слегка сверху схватится фарш и достаточно. В кастрюлю переложу консервированную фасоль, красную. Сюда немного кипятка из чайника, а нагрев уже, кстати, надо включать. И немного поработать блендером. Тут можно действовать на свой вкус и в пыль все разбить, если вам нравится такой типа супов пюре, либо можно оставить часть фасоли такими кусочками. Кому как нравится, на ваш вкус. Веточку розмарина сюда. Если, кстати, нет свежего, можно сухого добавить, ничего страшного. И теперь сливок. И кипятка до желаемой густоты. Кто-то предпочитает погуще, кто-то пожиже. Что тут с фрикадельками? О, отлично. В кастрюлю их. И обязательно надо добавить яркости. За яркость у меня сегодня отвечает острый перец. Прям с семечками его добавлю, чтобы до пяток прошибало. И сладкий. В кастрюлю их. И сразу посолить. И лавровый лист не забыть. Через 5 минут супец будет готов. Духовка разогрелась, значит, самое время отправить в нее будущие тосты. И немного оливкового масла и чуть-чуть гранулированного чеснока. Для яркости. Осталось проварить салат. Яблоко быстро нарезать. Немного сока лайма, можно, кстати, лимон использовать. Мандарин тоже в дело пойдет. Виноград у меня крупный, лучше разрезать. Вчера ухватил в магазине киви огромного размера. Тоже надо сюда же добавить. Ну и персики тоже в дело пойдут. Сироп из-под персиков все это дело заполирует. Готово! Вы видели, делов на 20 минут и полноценный ужин готов. Чего проще-то? Ну и как вишенка на торте, листик мяты для аромата. Все, можно трескать.
Начну я, конечно, с супца. В детстве ненавидел есть супы. Стал постарше, без супов себе обед не представляю. Смешно сказать, иногда даже на завтрак суп ем, если он остался. Так, начну я с бульончика. Обожаю. Обожаю. Фасоль вот такая вот блендированная создает такую классную бархатистую текстуру. За счет перца она острая. За счет сладкого перца слегка сладковатая. За счет сливок вот эта бархатистая структура становится такая прям вот, прям аж скользит во рту. Прям классная вообще. Ой, чудо. Розмарин вообще в тему. Розмарин я вам доложу с такой вот текстурой классной, фасолевой. Просто вот близнецы-братья. Так, теперь с фрикаделькой. Половиночку целую сразу в рот не запихаю. Прям классно. Вот фрикадельки из свинины бывают такие рыхлые, мягкие, развалющиеся. С говядиной такие плотненькие, они жуются прям. Как текстура чувствуется классная. И вот это вот обалденное просто сочетание бархатистости бульона, такой вот пюреобразности, сладковатый, сладковато-солоноватый такой, острый. С вот этой вот текстурой фрикадельки, вот просто какая-то песня и бомба. Слушайте, ну я много могу распинаться, но доедать буду за кадром. И, кстати, посмотрите, какие хрустящие получились сухарики. Сухарики, гренки, нет, не гренки, что это у нас, тосты. Кстати, если у вас есть тостер, то не обязательно духовку разогревать, да? Вот так. Ой. Легко пахнет чесночком. Вот свежий чеснок в духовке может сгореть, если особенно верхний гриль включить. Сухой позволяет более лениво относиться к процессу слежения за приготовлением таких сухариков. Зажили. Еще бульончика. Какой-нибудь промозглый осенний или холодный зимний вечер. Пойдешь домой, намерзшийся такой, и такого супца. Ой, сказка. Так, ну и десертик. Если вы любите десертики, ну, начну я с киви. Эти крупные киви, они какие-то странные, желтого цвета, не зеленого. Но классные. Что тут говорить, классные. Яблочко. Да, это сладкое яблоко. Я его сбрызнул соком лайма, может, соком лимона. Для того, чтобы имело чересчур сладко. Потому что еще и сироп от этих персиков. А тут прям обалденно. Я вообще редко фрукты ем. И целиком так вот яблоко заживать настолько редко бывает. Может, раз в полгода, раз в год. Но такой салатик, когда кучка всяких разных, пожевать прикольно, здорово. Так, ну и персика. Классно. Просто классно. Короче, не ленитесь. Готовьте ужины свои. Это быстро, это просто. Это легко, совершенно не заморочно. Столько всяких вариантов. Вы просто не представляете себе. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!